берут тростник, закладывают в аппарат и выливается сок с него. А здесь идут отходы. Сок получается зеленый. Можно добавить сок лимона сюда и соломка. Выжимает очень классно, практически сухой выходит этот тростник. Вот его столько тут еще. Не знаю, не пробовала я по вкусу, как он. Ну, за тростниковым соком очередь. Сказали, что сладкий. Ну, когда-нибудь попробую.